Женьшень использовался в качестве лекарственного растения на протяжении тысячелетий. Фактически название рода Панакс по-гречески означает «лечить все». Хотя женьшень содержит множество биологически активных молекул, многие исследования были сосредоточены на генсинозидах, которые в следовых количествах содержатся в женьшене. Было показано, что генсинозид РФ связывается с глюкокортикоидным рецептором и активирует его. Первые доказательства были получены в результате исследования, показывающие, что генсинозид РФ конкурирует с кортикостероном за места связывания в ткани гиппокампа крыс. В культивируемых гепатоцитах генсинозид РФ увеличивал транскрипцию тирозин-аминотрансферазы. Кроме того, генсинозид РФ также связывается с глюкокортикоидными рецепторами, активирует их, хотя сродство в 100 раз ниже, чем у дексаметазона. В другом исследовании обнаружили, что жидкий экстракт сибирского женьшеня снижает выведение кальция и фосфора с мочой и блокирует ослабление позвонков, наблюдаемое на модели стероид-индуцированного остеопороза. Генсинозид РГ1 также может быть глюкокортикоидом. Генсинозид РГ1 связывается с глюкокортикоидным рецептором, и его сродство примерно в 10 раз выше, чем у дексаметазона. Функционально генсинозид РГ1 увеличивает фосфорилирование глюкокортикоидного рецептора, что ведет к увеличению выработки оксида азота. В исследованиях обнаружили, что генсинозид РГ1 блокирует выработку цитокинов и снижает активность в макрофагов при воспалении, которое было вызвано воздействием липополисахаридов стенок бактерий. Генсинозид РГ1 не препятствовал пролиферации или дифференцировке остеобластов. Подтверждая эти наблюдения на животных, это вещество и дексаметазон уменьшали воспаление, но только дексаметазон увеличивал концентрацию глюкозы в плазме и вызывал остеопороз. Таким образом, генсинозид РГ1 является потенциальным веществом, требующим дальнейшего изучения, которое впоследствии сможет заменить глюкокортикоиды при глюкокортикоидной терапии.